1,000 feet, your destination will be on the left. Маршрут указывают вот такие вот маленькие стрелочки, но среди камней попробую их найти. Такое впечатление, что минимализм достиг своего апогея.
здесь раздолье для любителей селфи. Как арки образовываются. И как здесь протиснуться, я не знаю, но попытаюсь. Бочком-бочком. Как-то так. Если здесь ограничения по массе есть, придется выключить, не могу держать. Впереди чуть пошире, можно расслабиться. Свобода.
похоже туда. Да, самое сложное на этом маршруте — это не заблудиться и найти эти долбанные стрелки, которые они тут расклеили непонятно где. Такой пистолет специально, чтобы запутаться. Чтобы спуститься здесь, мне пришлось вспомнить правила наших горных туристов-альпинистов. Закрепляешь три точки и только потом четвертую двигаешь. Фух! Этот маршрут они называют moderated, так, средней сложности.
наверное, самое приятное впечатление от этого маршрута, когда он заканчивается.